пропустил одни юридических консультаций в центре «Выбор». Согласятся ли они принять пенсионерку в другой день? С таким вопросом к нам обратилась Алевтина Гайдушева. Конечно же, пенсионерка может к нам обратиться, мы ее обязательно проконсультируем, но мы работаем с гражданами в возрасте от 14 до 30 лет. Наш центр находится по адресу Заиска 34, часы приема с 9 до 6, обед с часу до 2, ждем. На какую экскурсию записаться, чтобы и недалеко, и дешево, и интересно? Хотим с подружками выгуляться, пояснила 76-летняя Ирина Мерзлук. Мы приглашаем всех пенсионеров на бесплатную экскурсию, которая будет называться «О чем расскажет Старая площадь». Посвящена она будет дню рождения нашего города. Пройдет она 31 мая. Значит, сбор экскурсантов в 18:00 в сквере Ленина. Или, ну, кто-то знает, это как сквер Дворца пионеров бывшего, да, и сквер Центра исторического воспитания. Можете подробно объяснить, чем отличается опека от попечительства? По факту разве есть разница? Недоумевает Ангелина Михайлова. Опекун – это человек, который назначается для детей не старше 14 лет, а кроме того, для лиц, которых по суду лишили дееспособности. Опекун имеет право совершать сделки. Попечитель – это лицо, которое назначается лицам старше 14 лет, но не старше 18, и частично лишенным дееспособности гражданам. Попечитель дает совет своим опекаемым, какие сделки и как можно их провести. Год назад смотрела ваш сюжет о спектакле про офисный планктон. Чем кончилось там дело, до сих пор не знаю. Названия «Неестественный отбор» в афишах нет. Его сняли с показа? Поинтересовалась Наталья Полыгуева. Спектакль у нас находится в репертуаре. Он не списан и будет еще, надеюсь, будет играть. Дело в том, что сейчас мы готовим его к поездке в Хабаровск. В июне месяце мы все-таки повезем его. Нам он нравится, он серьезный, есть о чем подумать, а о финале мы специально не говорим, иначе пропадает вся интрига.